Среди вас есть еще один полуфиналист. Это будет Гордей Морозов. Говорят, Гордей Морозов, да? И ты думаешь, ничего там, не ошиблись, там все правильно сказали. Большое вам спасибо за то, что дали такой шанс. Просто у тебя останавливается сердце, и ты ничего не слышишь, и ты про себя думаешь. Фух, как же это все хорошо. Гордей мой мужчина. Большой букв. У меня спрашивали, а ты вообще конструктор собирал там свои детские годы? Ну, им приходилось отвечать, что в 4 года мне так получилось, что я уже не конструктор собирала мотоцикл. Никто не заставлял, мне просто было желание, было хотение. Утром просыпаешься, в 6 утра идешь на пробежку, разминку, зарядку. Приходишь домой, завтракаешь, начинаешь делать уроки. Я старался их сделать быстрее, или если не успевал, то делал после, вечером уже. Но все равно не пропускал тренировки. Когда он ложится спать, вот это я иногда так лягу с ним. Руки, ноги, пальчики, все. То есть на какое-то время у него просто вот все движется. Мама, когда там покупает, да, новую одежду, она бывает купит на 2-3 размера меньше, чем у меня сейчас. Вот, потому что, конечно, для мамы я всегда буду маленьким мальчиком. Любитель вот этого вида спорта. Ну и, в принципе-то, он все время его с собой брал. На тренировках он старается быть жестче, вести себя как тренер, а не как папа. Я замечала это пару раз, но он старается это не проявлять, когда там что-то новое получается, он такой стоит. Стоит такой. Раз такой и улыбнется. И, конечно, он, я подъеду, он такой, молодец. Добро. Давай. Я представляю, как это все было сложно для них пройти. Каждое падение, каждая тренировка, эти все волнения постоянные. Чемпионами не рождаются, чемпионами становятся.
ми чекаємо на тебе на сцені. Я повірити не можу, що цьому хлопцеві всього 11 років. А ось і наш герой. Гордію, можу тобі сказати, я хоч і не каталася щойно, але серце кілька разів завмирало. Спасибо. Мені цікаво, скільки важить твій мотоцикл? 85 кілограм. А ти? 38. Тобто, він вдвічі важчий за тебе? Да. Це заслуговує аплодисментів. А ще я зрозуміла, чому твоя мама ходить на твої тренування із заспокійливим. До речі, де вона? Вона зараз вдома болеє. А вона вдома? Можеш передати їй привіт. Привіт, мамо. І заспокоїти, з тобою все гаразд. Так, маму заспокоїли, тепер саме час послухати, що скажуть наші судді. Слава, ти у нас знана любителька мотоциклів. Ну что тут скажешь, я очень рада, что наш проект поддерживает и популяризирует мотоциклетный жанр, а также таких смелых, классных, талантливых ребят, которые развивают мотоспорт. На самом деле дело это непростое в нашей стране, потому как у нас нет ни дорог, ни условий, ничего для того, чтобы это было, и ребятам приходится делать все это с нуля. И с каждым годом мотоспорт в нашей стране все крепнет, крепнет, как и крепчают наши участники. И в данном случае Гордей, ну что тут скажешь, я уверена, что у тебя все будет хорошо, я уверена, что тебя ждут большие победы, потому как ты толковый парень, и ты не из тех, кто сдается. Что еще можно сказать? Ну, наверное, только одно. Я горжусь тобой, мой мотобрат. Спасибо большое. Дякую. Игорю. Сейчас мотосестра сьогодні так мало всього гарного про тебе сказала, а реально можна багато що сказати. Наприклад, можна сказати про те, що ти не лише талановитий, а ще дуже впертий і сміливий. Мені сказали, що єдиний прогон, на якому ти не впав, це зараз, коли ти був в ефірі, а всі інші попередні прогони ти падав. Так що ти молодець, ти себе подолав. Правда? По-друге, спасибо большое. Ну ти реально подавив. Ти реально подавив не лише Слава і мене своїм мотоінтелектом. Оцей трюк, коли ти спиною їдеш попереду, да? Я сьогодні за кермом машини дружини, думаю, може спробувати, як воно. Молодець, молодець. Краще не ризикувати. Дякую, Владе. Гордій, ну, мужик настоящий. Сильний, безстрашний, завжди на коні. Спасибо. Вопросов нет никаких. Абсолютно взрослое выступление. Так держать, молодець. Спасибо. Як і решта наших учасників, Гордій мріє про одне, аби ви у нього повірили. Якщо ви вважаєте його талант гідним великого фіналу, телефонуйте 0900-102-007 або надсилайте смс із цифрою 07 на номер 7766. Голосування розпочнеться за 10 хвилин, тож будьте напоготові. Гордію, все від себе залежне ти вже зробив сьогодні. Залишається тільки чекати на результат. Щасти тобі! Це був Гордій Морозов!